Всем привет, друзья! Здорово. Сегодня мы снимаем видео, как научиться подтягиваться на одной руке. Покажем все подводящие упражнения, базу, а также упражнения, которые желательно будет выполнять. Погнали! Поехали! Итак, сначала поговорим о базе. Для начала вам нужно учесть, что вам нужно подтягиваться 25 раз обратным хватом чистыми. То есть 25-30 раз нужно подтягиваться обязательно. А также вы должны уметь висеть на одной руке от 25 до 30 секунд. То есть по одной руке висите там и там. По очереди. Итак, друзья, следующее, это обязательное условие, вам нужно прокачать плечи. То есть желательно прокачать переднюю, среднюю дельту, потому что в этих подтягиваниях одной рукой биомеханика подтягиваний совсем другая. То есть не такая обычная, как вы бицепсом подтягиваетесь, а тут немножко вы будете подтягиваться боком, и сначала при подтягиваниях включается, конечно, ваше плечо, а потом уже включается бицепс. Поэтому плечи это обязательно. А также вы должны выполнять статические упражнения на бицепс, так как есть очень большая вероятность того, что можете оторвать его. Итак, друзья, переходим к практике. Первое, это самое лучшее упражнение, я считаю, для укрепления ваших мышц, ну и для прокачки, как базовое тоже упражнение получается. Это подтягивание на одной руке с помощью резины. Есть два метода. Итак, первый вариант — это держать за жгут. Чем ниже вы берете руку, тем сложнее будет выполнять. Для начала можно взять повыше. Потом можете брать все ниже, ниже и ниже. Так, пока не дойдете до самого края, что ваша рука уже все снизу. И это очень сложно будет уже. Друзья, как мы и сказали вам, тренировочная резина, она очень хорошо подходит для подтягиваний на одной руке. Поэтому, если вы новичок, если вы опытный спортсмен, она всегда вам очень и очень сильно пригодится. Поэтому эта резина мне досталась с воркаут-шопа. Ссылочка будет в описании. Отличная тема, у нас таких в городе нет. Если у вас тоже нету, то заходите в описание и покупайте такую резину. Класс. А мы переходим ко второму методу. Слава вам показал такой, да, метод. То есть это немножко другие подтягивания. Я вам покажу метод, как я обычно подтягиваюсь, вот таким вот образом. То есть вот такой метод. Для этого вам нужно вставить ноги в эту резину. Желательно две ноги. Она тянется очень хорошо и довольно много веса снимает. Можно ее немножко придерживать, потому что она немного качать вас будет. И подтягиваемся вот таким теперь образом. То есть вы не держитесь за нее, а просто придерживаетесь. Мне такие подтягивания нравятся гораздо больше, чем просто, как Слава показал, вот такие, да? То есть вот так гораздо круче выглядит, по-моему. Итак, ребят, следующее упражнение – это негативные подтягивания на одной руке. Смысл заключается в том, что вы поднимаетесь двумя руками, ну или же одной, если вы уже прокачались до этого момента, и пытаетесь как можно дольше удержать себя в такой позиции. И когда вы уже не можете держать, вы пытаетесь как можно медленнее опуститься вниз, пытаясь плавно прям вот опускаться постепенно, прорабатывая все группы мышц. О, хорошо забивает. Друзья, следующее упражнение, это естественно, если у вас нет вот этой резиночки, то вам понадобится помощь вашего друга. Здорово, брат! Так, короче, в чем состоит это упражнение? Если у вас нет резинки, вы берете и просите вашего друга взять за ноги, или, либо за одну, либо за две, и просто он вам помогает подтягиваться. В данном случае друг вам будет служить как резинка. Это так пошло звучит. Итак, ребят, а если у вас нет ни друзей, ни резины, у вас не остается никаких больше вариантов, кроме как подтягиваться сначала со всеми пальцами, потом на одной руке убирать один, потом два, потом три, потом вообще на одном, потом без них научитесь. Сейчас покажем. Вот, я убрал один пальчик, вот сюда его вниз. Давай на среднем.
Вот так это выглядит. Друзья, мы вам показали офигительные упражнения, которые вы, возможно, не увидите ни у одного блогера на YouTube. А в свою очередь, вы расскажите друзьям, поставьте лайки, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!